Всем привет! Сегодня я уезжаю в Иркутск. Сегодня я супер занята. 4 упаковки хлебцев. Вот и возьми. Не хочу есть. Ну, в смысле, что не объемные. Сначала я сейчас сажусь в маршрутку, еду, доезжаю до общаги, быстро выкладываю все, быстренько крашусь. Потом к 5 часам мы едем быстренько на такси на репетицию. После репетиции мы едем на день рождения. И буду я в общежитии, скорее всего, очень поздно. Может быть, на день рождения не пойдем, не знаю, посмотрим. Как-то так. Соседи делают ремонт. Воскресенье. Воскресенье. Может, все-таки съешь вот тефтельку? Да короче. Дубль 2. Я только тебе хотела звонить. Привет. Это видеоблог. Привет. Привет. Вот я тебе отвечаю, я открыла книжку записную. Итак, я приехала только что сюда. Я вообще, да, такая счастливая, но это все игра, потому что я ненавижу общагу. Ура, я приехала к моим любимым девчонкам. На самом деле, просто без камеры. Распаковка чек. Распаковка чек. Я приехала только что. Только что приехала в Иркутск. Быстренько снимаю то, что я привезла, потому что вы любите жизнь, как вы сказали в прямом эфире. Поэтому я вам сейчас быстренько покажу, что же я привезла из еды, потому что мне не верят, что я на 10 тысяч выживаю в месяц. Реально? На 10 тысяч в месяц? Да, а ты? На 15. Кого? Ты же говорила больше. Кого 8? Я посчитала свои больше. Эти. 18 больше. Ну вот, видишь. Я привезла фарш. Я вам говорила, что я привожу фарш. Вот. Да, вот, прикол. Вот фарш, несколько кусочков. Да, получается, ем. Рис. Это рис с фаршем. Брать училище уже готовенькое. Так, что еще? Это масочки всякие. Beauty Day. Рыбка. Милдранат. И колбаска. И банан еще мама отправила. Ю-ху! И вот ты это будешь есть. Это я буду, да, это я все 5 месяцев буду есть. Осталось 10. Я тут это, знаете, как ненормально ношусь. Они тут что-то о своем разговаривают, офигеть, а я тут для вас. Как ты это привезла? Офигеть. Так, быстренько все загружаю. Холодильник. А мы отдадим Роди эту сумочку? Ну, я не знаю, что он возьмет. Возьмет. Ну все, быстренько надеваю кофточку. На 15 тысяч в месяц так выживаем. Ой, на 10, сколько я так сказала. А куда у меня тогда все деньги тратятся? А я тебе скажу, куда. Ну, вот надо. Давай покажу, что у тебя в тумбочке там лежит. Скажи. Ну сейчас ты выкинула, конечно. Мне. Здрасте. Привет, с Новым годом. А меня с Новым годом не поздравил. СНГ. Пойдем. Мы тут заходили. Мы тут заходили для выступления, это служебный вход. Давайте сейчас на много зайдем. Ну, служащие люди. Ну погнали. Ну нет, ну блин, ну ладно. Напишите беседу. Закрыто. Странно. Мы опаздываем, ребята, 5 минут уже. И теле чисто. Всем привет, записки боль. Извини. Помните, как сказали Андрею, что здесь булочки? Да, мы заходили, я про булочки тоже сказала. Так, всегда нужно выглядеть, девочки, хорошо. Хорошо временно. А чё это? Так, давайте пошикаю с духами. Здесь поле и так воняет. Это крути, у него так штаны задёрнуты. Так, вспоминаю ролечко. Кабинет. А тут ещё. Наугад иду и сейчас. Какие-то в офисе. Это в офисе. Это не то. Ну вы, конечно, даёте. Посмотрите номер, посмотрите.
Нет, нет, а, там номер писали в беседе, какой кабинет? 104. Что? 400? 104. А точно четвертый этаж? Да, точно четвертый этаж. Ну, нет, нужен четвертый этаж, точно. Тише, это библиотека, ребята. На первом этаже, ну на первом этаж. Вроде на первый. Здравствуйте. Здравствуйте. На четвертый кабинет, на первом этаже? На первом? Должен быть. Где квест был вчера? Ладно. Очень общительный. С чего ты взял, что можно четвертый этаж? Ну, я помню, что... Мне интуиция всплакнула. А можно? Я не понимаю. Так. Ну ничего, замечательно. Замурчательно, я бы сказала. Мятая футболка. Мятая юбка. Пенный юбка. Контрастный, как так смотрится. Ой, мы здесь выступали. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Полина, блогер сразу предупреждает. Никто не против? Я нет, я за. А я против. Вставай тогда за камеру. Вот это вот все снимать, конечно. Если хотите поменять, кто-нибудь кому-то не нравится? Да пофиг на имена. Карина, это кто? Карина, здрасте. Это девушка. Имена, если хотите поменять. Кто-нибудь, кому-то не нравится его имя? Просто мы взяли имена настоящие. А как это заснять? Давайте тогда по кругу пройдемся, кто как видит окончание. Начинается, убирая сигарету и, ну, типа, да. Чтобы не, вместо того, чтобы уходить туда, не обратно, уходит. Чтобы развернулся и сказал, блин, никак не могу бросить курить. А показывает вот эти манипуляции. А, я и думаю, странно. Ну чё, как ты мой хорошенький, иди ко мне маленький. Бабушка, мы такое стихотворение выучили. Бабушка, мы такое стихотворение выучили. Ну расскажи. Ветер, ты могу, доверяешь, что это учишь. Ты волнуешься, его все дальше постоит. Бабушке рассказывай. А может на руки он сядет, бабушке? Нет? Не на руки? Тогда на стульчик. Нет, потом в спектакле, не сегодня. Но рассказывать зрителям, да, будет? Да, и громко, давай сначала громко. Ветер, ты могуч, ты гоняешься, и туч, ты волнуешься, и море, все дальше постоит, и не боишься никого, кроме Бога. Вот. А расскажешь мне вот эти недавние 90 лет, ты царевный молодой, даже не хлебо. Все. Молодец. Даже не хлебо. Подай вам свечи. А, все, родится. Стрит-фуд какая-то есть. В кнопках они разбираются, вы их можете сказать даже по себе. А вы нет? Мы для водички, мы не знаем. Телефон все взял. На чем поедет? На какой маршрутке идет? Не знаю. 80-й, по-моему, нет? Закончили на связи. Завтра идем в училище. Завтра я выложу в историю. Еще взяла такую зажигалку, жидкая конфетка. Жидкая что? Пойдемте, пожалуйста, уже. Сейчас вроде. У тебя талия поскладывается. Вы в магазине были, здрасте. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. Че? Так это мыльные пузыри. От языка. У меня такой же. Голубой вкусненький. А если просто выпить ее? Себя снимай. В чем тогда прикол-то, если выпить? Ну да. Дотики.
завалилась, упала. Пойдемте, холодно.